Добрый день, уважаемые пациенты, коллеги и все, кому интересно узнать о нашей методике лечения лор-органов. Меня зовут Дрозд Ольга Владимировна. Я лор-врач, детский отоларинголог лор-центра Healthy Tonsils. Для лечения и профилактики хронического тонзиллита и аденоидита нашим центром была разработана, запатентована и успешно применяется методика безоперационного лечения хронического тонзиллита и аденоидита любой степени. Я хочу подробнее вам рассказать о нашей методике и представить набор для лечения хронического тонзиллита и аденоидита, где все инструменты и препараты зарегистрированы и запатентованы как медицинские изделия. Собственно, такие наборы мы используем для лечения. Давайте детальнее его рассмотрим. Упаковка выполнена из качественных материалов и брендирована нашим фирменным логотипом Healthy Tonsils Challenge the Paradigm, что означает «Здоровые миндалины. Вызов парадигме». Мы бросаем вызов сложившейся парадигме о том, что больные миндалины необходимо удалить. Своей работой и тысячами вылеченных пациентов мы ежедневно доказываем, что это не так. Миндалины нужно и можно лечить. Так, открываем коробку. Первое, что мы видим внутри – иллюстрированное руководство пользователя с подробным описанием и правилами применениями нашей методики. Курс лечения состоит из 15 процедур, 10 из которых нужно выполнять ежедневно, а остальные 5 через день. Упаковка разделена на 3 секции, в каждой из которых лежит по 5 комплектов. Также в набор входит 15 спиртовых салфеток и флакон с люгольглицерином. Таким образом, и это очень важно отметить, что курс лечения может применяться не только в лечебных учреждениях, но и в домашних условиях. Для одной процедуры нам понадобится один комплект. В комплект входит шприц, заполненный фитобальзамом, канюля для введения бальзама, зонт-массажер, ватные тампоны. Теперь, когда мы закончили распаковку нашего набора, можем приступить непосредственно к самой процедуре. Достаньте заполненный фитобальзамом одноразовый шприц. Снимите с носика шприца колпачок, протрите носик шприца антисептической салфеткой и соедините шприц с одноразовой канюлей. Теперь введите фитобальзам точно во вседоступные лакунарные каналы небных миндалин. После обработки оттяните бальзам из канюли в шприц, снимите канюлю со шприца и утилизируйте ее в мусорную корзину. Протрите носик шприца антисептической салфеткой, наденьте колпачок и отложите шприц. Достаньте из конверта зонт-массажер с тампоном. Смочите тампон раствор люгольглицерина путем введения зонда во флакон. Введите его в ротоглотку, обработайте поверхность небных миндалин, затем введите его в носоглотку, слегка надавливая на глоточную миндалину. Массажируйте по и против часовой стрелки. Выполнив данную манипуляцию, утилизируйте зонт-массажер в мусорную корзину. После этого вы очистите носовые ходы путем высмаркивания. Затем достаньте отложенный после первой процедуры шприц. Снимите колпачок и введя